Филевский бульвар, 12, 12 этаж, заходим. Здесь у нас уборка мусора произошла. Так, сантехника приводится в порядок. Так выглядит кухня. Все чисто, аккуратно, вся техника на месте. Холодильник, микроволновка, шкафчики, вытяжка, мойка. Шкафов тут много. С очень удобными системами пользования. Телевизор. Пошли дальше. Это дверь у нас. И шкаф. С очень удобными системами хранения. Это комната. Есть сейф, мультимедийная система, телевизор на днях появится, кондиционер, все работает, диван, пол, паркет. Здесь у нас плитка. Это спальная комната. Жила семья с детьми. Сейчас приводим в порядок все это. Все готово к продаже или к заселению в аренду. Все системы работают. Большой гардероб. Много систем складирования. Балкончик тоже доводится до ума. Делается приятная зона отдыха. Так. Чик, все работает. Открываем. Здесь у нас школа. Футбольная площадка. Справа церковь. Там скоро будет мост. И до метро Мневники 800 метров идти. Напротив новое здание, штаб-квартира Роскосмоса, Филевский бульвар, дальше улица Мясищева. Вот это у нас во дворе все вот так вот зелено и красиво. Здесь вообще район зеленый и красивый. Раскладной, красивая люстра, потолки натяжные, точечные светильники, это зеркальный шкаф. Вот такая вот квартира предлагается в аренду, либо можете купить, цена указана.